сказал? О, нифига, чудо! Я вдохновился нашими челами, тоже стал выносить, слышишь? Мужики, я весь свой скилл передал. Ну боже! Хорош! Прям сразу видно, что я у вас. Итак, братва, всем квакайо, и мы с Мага сейчас будем летать в киберспорткаточку, в которой мы будем притворяться тренерами М40. А стой, а зачем нам притворяться, если мы и так тренера по факту? Так, ладно, тогда мы будем сейчас играть свою роль, поэтому сейчас сразу ставим нашу аватарку жесткую тренера. Так, вот он. Погоди, мы сегодня будем в голосовом чате говорить то, что мы тренера нереальные. Да, я буду, короче, да, ставлю себе ник учитель Обовина, чтобы все пацаны думали, что я жесткий. И нам надо сейчас еще с клана выйти, чтобы никто не понял, кто мы такие. И полетим в голосовой чат сразу же уничтожать. Ава нереально. Ава вообще. Так, знаешь, что мне еще надо сделать? Чтобы услуги тренерства были немного оплачены, надо кейсик открыть, чтобы стендов мне оплатил, короче, перчаточками. Чекай, сейчас тебе перчи выпадут, чекай. А, в принципе, тоже неплохо. Пожалуйста, бог стендов, обеспечь нам каточку, в которой все будут с голосовым чатом, чтобы, блин, мы, никто да, не молчал. Да, пожалуйста. Так, мужики, мы уже влетели с магой в каточку, и мне уже это не нравится. Как нас пацаны узнали, Нави, тренер Бяка, Найс, Обовин? А как они узнали, если честно, я не понял. Хз, бро. Наверное, по М40 моему. Так, слышишь, как нам сейчас надо попробовать максимально спрятать наш голос, чтобы нас случайно не узнали, поэтому... О, я это умею, смотри. Готов? Давай. Скажи им, что мы их еще будем тренировать. Здорово, ребятки. Сегодня я вас тренировать буду на М40 играть. Вы готовы? Какой М40? Играй нормально. Что? Это заквакать надо, пацаны? Мужики, а можете погромче говорить? Там чё какой-то спрашивает Обовина, хотя только ты сейчас говорил. Меня узнали, что ли? Как? Я ж голос изменил, чё за фигня? Скажи что-нибудь, слышишь, учитель Обовина? Скажи ему чужим голосом своим. Ребятки, я вас буду тренировать сегодня на М40. Вы меня услышали? Обовин. Это Обовин говорит. Неплохо. Я спалился. Да как, зачем такого звучит, это сказал? Что думаешь? Зачем ты рыгаешь, Майка? Хз, это ты рыгал. Раз они нас спалили, нам надо, значит, все равно дать им советы мужества и игры М40. Показываю. Так, все возьмите М40, во-первых. Алло, вы что, не поняли? С М40 надо играть, алло! Ладно, парни, кикаем вот этого чувака, который без М40 играет. Ладно, не будем кикать. А, они реально кикнули? Парнишка, ну ты сам себе смертельный приговор подписал, я предупреждал как бы. Мужики, я не хотел никого кикать, я за то, чтобы все учились играть с М40, хотя бы наблюдали. Боже. А, меня в спину сейчас убьют, да? А, ну да, ну почему в спину? Почему, когда я хочу общаться, меня сразу убивают? Же это несправедливо. Мужики, учитесь, смотрите за мной, как надо вылетать. Попал. Давай, тихо. Данил Степанов, тащи. Ух, нифига, кто тут, алё, откуда столько? Главное, что мы передаем все свои знания и весь свой скилл ученикам, и они, по-моему, справляются, слышишь? Алё, мужики, перекличка, на первый-второй рассчитайся. Первый. А, я первый, дебил! Я первый, дебил! Так, мужики, еще одно правило. Если вы играете с М40, никогда не покупайте флешку, запомните это. КТ запушил. Наказал. Хорош. Ух, нифига, кто тут, алё. Ты должен затащить. А, ну конечно. Тихо, чуть не разлил опять киберспорт. Это ученики, все сюда. Алло, я вообще-то в тренинге. А, мужики, я весь свой скилл передал. Чекай, Даня, чекай, как надо тащить. Чекаешь? Давай, тащи. Чекаешь? Ай-яй-яй, ну какой же ты слабенький тренер. Хз, там бомжара М40 подобрал, убил меня. Ну боже! Мужики, вы понимаете, если... Вы должны учиться, а не наши противники! Вы можете тащить! Я один соло тащу всех! Так, мужик, Драгон Райс, вылетай, ты должен, короче, забайтить их, а я за тебя все сделаю потом. Все, отлично, работаем в команде. О! Даня, один слева, второй справа. Опа, ты у меня лагаешь. Хорош, все, двое без хп, двое хитованные. Мужики, показываю, как брать клатча. Конечно же надо ему присесть на месте, прицелиться полчаса, пока я лечу. Боже мой, ну какой же бред, ладно, живем. Парни, вы должны стрелять без прицела и в приседе, поняли? И в прыжке, и вот в это прыжке. Правильно. Хорошо улавливает молодой. Хорошо улавливаешь, быстро учишься. Таким образом превзойдешь учителя, поэтому надо от тебя избавиться. Надеюсь, ты его кикать не будешь, а то мы сейчас втроем остаемся. Добиваем. О, нифига себе.
А у нас че? А ты на месте взлетел, ты че этот? ХЗ, у меня лагает, я же тебе говорю из-за голосового чата! Долбаного лагает! Не ссы, мага, не ссы. Мы учителя. Неважно, лагает или нет, тебе главное передать весь скилл свой. Чё-то мы как бомжар сливаемся, парни. Я вас не этому учил. Парни, соби... Ладно. Сейчас поучительное будет. Так, парни, соберите свои яйца в кулак. Трай, тебе не обязательно, у тебя нет яиц. Бабочку стоит, короче, этому пофиг вообще на все. Мужики, тактика, слушайте внимательно учителя, идемте все, короче, кидаем на Б гранату в пуэнт, и мы с М40 всех добьем потом. Мужик, живи, пожалуйста. Все, мы проиграли. Короче, парни, ну, в принципе, вы чему-то научились, надеюсь. Ясно, все, они забили на нас, они поняли, что они... Так, ладно, полетели в следующую катку искать новых учеников, потому что эти немного не оправдали наши ожидания, поэтому летим. Итак, пацаны, стартует вторая каточка. Кстати, у меня к вам предложение, братва, если хотите еще что-нибудь с голосовым чатом, обязательно набираем минимум на этом видосе 15 тысяч лайков, и мы снимаем еще что-нибудь. Чё, парни, здорово! Сегодня мы будем вас тренировать! Они в ступоре встали вдвоем, слышь, чё? Алло, мужики, есть голосовый чат? Здорово. О, саламчик, готов, мужик, тренироваться? Мы сейчас будем тренерами вашими. Так, парни, сейчас все покупайте М40. Так точно, тренер. И сейчас идем гуськом на А, гуськом на А, все гуськом на А, пошли. Хорош, сели обратно, не кипишуем. Найс, мужики, идем спокойненько. Не, мужики, что-то... Справа! Не, слушай, что-то лягушачьи тактики не помогают пока что. Пацаны, идем на мид, идем на мид, сидя на мид, сюда! Куда? А что они собрались делать, алло? Все отлично. За друг друга, Steam. Хорош. Убить нифига противника. Нифига там чувы, как наши разносят, это просто жесть. О, у нас чувы выносят. Я вдохновился нашими чувами, тоже стал выносить, слышишь? Короче, я придумал тактику, нам надо каждый раунд просто менять. Сначала ты один раунд, потом я один раунд команду. Давай, командируй. Все сюда в ворота заходим за мной, встаньте сюда возле ворот, сюда, по одному, мужики, встаньте сюда в ряд. Давайте, все, на построение. Встаньте. На построение тебе сказано, сюда иди! Мужик, ты куда собрался? Наказал того, кто с эмкой был. Отлично. Мужики, слышите, ну вы что-то неправильно делаете. Вам говорят, когда построение надо строиться, не надо никуда бегать. Давай, попытка номер два, даю тебе еще один шанс. Мужики, новое место для построения, за мной. Я нашел, мужики. Вот сюда встаем. А, у нас опять кто-то ушел. Он за противника играет, ладно, мужики, на первый, второй рассчитаюсь. Слева начало. Первый. А, я справа. А, слушай. Че вообще в шоке? Че тут происходит? Я троих в ряд бы убил. Чекай, как надо. О, буганчик отлетел! Как учил у учителя Бовина и тренер самого Обовина, надо вот так делать, заходить, стрелять. Кидаем, смотри, вот сюда флешку, вот так. Ага. Все, она летит туда. Противник на дебил. А, у нас чел просто тащит, посмотри на это. Нифига, мы реально тренера. Не, пацаны, не слетесь от одного. А, все, мага, это твой раунд. Покажи все искусство тренера. Давай, ты должен показать пацанам, что ты... Чекаешь? Давай. Как бугана надо разносить? Не, я бугана уже разнес, они все... А у нас еще один жив остался. Мы от одного чела слились. А, у нас еще чел ливнул после этого, я понял. Неплохо. А, у него успел раздефизить. Его кикнули. Боже, что за катки сегодня? Мы когда играем с голосовым чатом, с рандомными тиммейтами, это вообще какой-то угар постоянно происходит, каждую катку. О, нифига, чудал! Как тебе такое? Так, в приседе не получается, значит, надо в прыжке вот так делать. Ой, это... Фликшот не залетел. Я не знаю, у нас просто ученики настолько жесткие, что это просто жесть. Слышь, я теперь хочу быть учеником почему-то, потому что... Потому что я их учил, понимаешь? Потому что я! Там чего нашел где-то вдалеке. Не попадаю, забей. Не, он меня еще убьет, забей. Забей! Все, отлично. Боже, как они все слились от него. Я сейчас тоже слились, да? А, нет, забей. По красоте все сделал.
Пацаны, короче, одно из главных правил, чтобы у вас повышался скилл перед каточкой, обязательно пейте киберспортивный квасик или киберспортивный какой-нибудь эликсир, как говорится. У каждого должен быть свой эликсир, поэтому для меня это киберспортивный квас с недавнего момента стал, поэтому... Братан, я-то думаю, что я сегодня не тащу, я сегодня не залился, так сказать, киберспортивным сиропом, поэтому у меня счет 2-2-9. Что думаешь по этому поводу? В следующий раз воспользуемся твоей премудростью. Ученик учится. Слушай, мне нравится, что наши ученики берут наши советы, прям с умом используют их. Не, забейте. Не обращайте внимания, у него рация просто вместо телефона сегодня. Это... Не, это парни, это... Меня убил Буган, это просто жесть. Я бы после такого ливнул. Так, мужики, расскажите, как вам наши уроки? Вы научились с них чему-нибудь полезному? Или там, может, вы скилл чувствуете, повышение скилла? Напишите. Ну, я чувствую, что я стал чаще играть с М40 и начал... Прям сразу видно, что я у вас учился. О, это похвально. Это значит, прогресс имеется. Уху, нифига, улетел буганчик, алё, лучше не ходи ко мне. Ну чё, парни, в следующих катках тоже идёте с М40 и как бы всех заражайте, так сказать, тиммейтов и противников, чтобы они тоже играли с М40. Мы должны сделать так, чтобы весь стендов играл с М40. Да, думаю, после этого видоса все будут играть походу с М40, когда попадутся с нами в катке. Обязаны играть все с М40. Посмотри на мой счёт, 15-9, чисто с М40 тренирую пацанов. Вот это заслуживает реально, пацаны, отдельного лайка. Имба, ты видишь, два ученика, они на одном уровне, понимаешь, они 9-9. Я им одному ты отдал свои как бы предпочтения, второму я, понимаешь? И типа они как бы оба одинаково тащат, потому что, ну как бы... Их учили легенды стендофа. А, там чел берет пример с тебя, он теперь тоже с Авиком забей. ХЗ, я ноускопом стрелял. Короче, знаешь, что я заметил? Что мы еще, наши ученики настолько превзошлись в этой катке, что они просто в тильт вогнали противника, что он кикнулся полностью почти. Я вижу, их трое осталось. Их было пятеро, потом четверо, теперь их трое. Лягушка осталась, надо наказать. Хотя не, я братьев не люблю наказывать, но придется сделать все быстро, чтобы он не мучился. Главное, что мы натренировали учеников, и они в следующей катке будут жестко тащить. Если хотите еще, пацаны, видосы с голосовым чатом, обязательно ставьте дофига лайков и комментарии. Лайки, пацаны. Если хотите еще, и подписывайтесь на меня. И всем, пацаны, до следующего видосика.